Вить, ну жена раз в 10 лет поехала в отпуск. Я тебя просила, звони мне только в экстренных случаях. Экстренный случай? Что случилось? Не можешь носки найти? Вить, ты мне звонишь за 3000 километров на море, на пляж, чтобы спросить, где у тебя носки лежат? В шкафу. А, где шкаф? Зайди в спальню. Видишь, напротив тебя стоит злой кривоногий мужик в трусах. Это зеркальный шкаф. Отодвинь мужика. Руки туда, шнырь. Там твои носки. Надел носки, они длинные, до пояса натянул. Это мои колготки. Так, все, Вить, ходи в колготках, только сюда не звони, дай мне отдохнуть. Все, пока. Чего? Жрать хочешь? А чё голос такой тонкий? Колготки жмут. Так, знаешь что? Давай, сделай омлет. Разбей в миску 5 яиц, посоли, добавь молочка и взбей блендером. Трудно сбиваются? Блендер в розетку включи, придурок. А, ты уже так все сбил. Ну, хорошо. Так, теперь выливай омлет в сковородку. Такая железка круглая с ручкой. Чем я тебя бью, когда ты выпивший приходишь? Вот. Выливаем омлет в сковородку. Вытекает все дно в дырках. Ты дебила, это дуршлаг. Так, давай, знаешь что, давай попроще что-нибудь. О, сделай кашу. Просто помой и свари. А зачем ты мусорное ведро поставил на газ? Я сказала, просто помой и свари, а не просто помой и свари. Все, все, не ори. Не ори, еще давай проще. Открой холодильник. Большой белый шкаф на кухне, где ты опарыши хранишь. Нет, опарыши жрать не надо. Сожрал, уже выплюнь. Там котлеты готовы, я тебе нажарила. Внизу в миске стоят. Вот, кладешь котлетки на тарелочку и ставь разогреваться в микроволновку. Такой ящик со стеклянной дверцей. Нашел? Во, ставим туда котлетки, закрываем крышечку, нажимаем на кнопочку. Что я написала? Стирка началась. Что-то орешь. Уронил на горячую плиту мочалку, она прилипла. Не знаю, чем отковыривать. В интернете посмотри, ты же умный. А что ты так дышишь? Такие интересные видосы, ты не можешь оторваться. А что ты написал? Как отодрать мочалку? Ведь ты вообще что ли, а? Жена уехала и крыша тоже? Быстро стер всю эту гадость. Витя, как там дети? Ну, дети. Ну, маленькие такие у нас в квартире живут, на людей похожи. И это дети. Найди младшего. Младший? Это кто самый короткий? Нашел младшего? Надень на него памперс. Укусил, хвостом виляет. Это собака. Младший вообще без ошейника бегает. Вить, ты детей искупал? Один не отмывается, весь изрисованный. Это дедушка, у него татуировки. Уже половину отскоблил. Витя, скобли там кого хочешь, а мне сюда на море звони, только если начнется конец света. Я отдыхаю. Чего? Какие катаклизмы? А, дети коту клизму поставили. Не переживай, кот привык, он даже не просыпается. Ты, самое главное, сам к детям спиной не поворачивайся. Витя, рука не дрогнет, и они не промахнутся. Все, отобрал у детей клизму, и садитесь делать уроки. И не надо мне сюда звонить, дайте мне уже отдохнуть. Я тебя убью, блин, сэр! А ты что, плачешь? А чё ты плачешь? Не можешь решить задачу про ёжика за первый класс? А кто мне говорил? Сидишь с детьми дома, ничего не делаешь. Вот теперь пойми, что я ничего не делаю. Так всё, успокоился? Бугаи на 2 метра.
ВДВ служил. Сидит, плачет из-за вшивого ежика. Все, взялся в руки. Перестал скулить. Читай задачу. Ежик принес 2 яблока. А дельфин 3. А тебя не должно волновать, как они встретились. Может, еж утонул с яблоком в пасти. Или психбольной дельфин в лес уполз. Ты вопрос читай, сколько яблок осталось у зверей, если 4 яблока унесла змея. Чё, как змея, без рук унесла яблоки? Ну ты ж как-то унес с работы аккумулятор в трусах. Ведь что по химии задали, а? Что такое белок? Что ты написал? Это самец белки. Ведь вот ты не обижайся, но вот ты умом никогда не блистал. Помнишь, когда врач сказала, что у меня будет двойня? Так ты бегал за мной, орал. Один от меня, второй от кого? Витя, с уроками закончили? Слава Богу. Все, Витя, все, не звони сюда, дай жене раз в жизни отдохнуть. Чего? Что стряслось? Хотел вырвать Павлику молочный зуб. Перепутал, вырвал у деда. Значит, смотри, ты уже сам все разрулил? Зубная фея принесла деду 0,5 литра. Дед просит, чтобы ты ему остальные зубы выдрал. Витя, не ведись, не ведись. Витя, дед хитрит. У него ставная челюсть. А то, что ты дернешь один, а выпрыгнут все 32. Зубная фея разорится. Витюш, ты с Ниночкой выучил танец матрешек? Ну ты чё, у неё утренник завтра в садике. Что ты не знаешь? Вить, я знаю, но я не могу станцевать тебе и снять видео, потому что я заняла шезлонг, я на нем лежу, понимаешь, да? Если я встану, все, шезлонг займут. Ну я же тебе не могу, блин, танец матрешек лежа станцевать. Витя, ну взрослый человек. Чё там, Ниночка плачет? Ладно. Я включу камеру. Нажми на запись. Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки. Как танцуют наши ножки, ладушки, ладушки. Я танцую и смеюсь, вот как быстро я кружусь. Ты записал? Ты забыл на запись нажать? Витя, давай там внимательнее уже, давай. Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки. Танцуют ножки, ладушки, ладушки. Я танцую и смеюсь, вот как песни. Кружусь, кружусь. Записал? Проверь еще раз. Вот так прям отмотай и проверь. Есть запись? Все. Не звони мне сюда больше. Я тебя прошу, не звони. Дай мне раз в жизни уже отдохнуть, Витя. Все. Чего? Хотел стереть видео про мочалку, перепутал, стер танец? Петя, а помнишь, ты мне рассказывала, что ты в армии с парашютом прыгал? Я только сейчас поняла, что он у тебя не всегда раскрывался. Доченька, не плачь. Русские своих не бросают. Нас надо укрепиться.
Хотя давай уже повнимательней там. Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки. Танцуют ножки, ладушки. Я танцую, смеюсь. Чтобы тут я убьюсь. Отступила. Есть у кого капсикам? Витя, а помнишь, когда у меня сломалась машина, и я тут же сама попыталась ее починить? Ты позвонил, сказал, сиди, дура, руками ничего не трогай, а сейчас приеду. Витя, иди домой. Иди, дурак, руками ничего не трогай. Я сейчас приеду. Отдохнула, блин.